Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать с вами Юля и Мишка. Всем привет! Ну, мы готовы, ребят, проходить эту замечательную игрушку под названием... Bring you home. Да, в общем, спасибо, что ее поддержали, и теперь осталось лишь попробовать все здесь варианты и стартануть. Все. Здесь оказывается очень много уровней, так что, ребят, не забывайте поддерживать, если хотите узнать, чем все это закончится. Спасем ли вы нашего питомца? Да. Ого! Тут теперь даже двух... То есть мы сначала правильно прошли? Ну да, здесь теперь два этапа. Явно вот эту... лучше поменять. Надеюсь, давай, что это сработает. Ага. Все, в порядке. Если бы мы просто оставили, мы бы, наверное, проиграли. Все, замечательно. Всего, да. Теперь, короче, здесь, я так понял, уровень будет пополам делиться. Ну, понятно. Слишком быстро все произошло. Капец. Ну, как обычно. А, теперь два... А, их менять местами. А, ну все, смотрим. А их можно еще... Погоди, здесь опять же два шага, наверное, будет. Да, ну и теперь убрать. Это нас, это понятно, что это только еще обучение, ё-моё. Дальше-то понятно, что сейчас жопа будет. Ладно, ух ты, ё-моё, дракона пошли. Прикольно. Сейчас у нас еще и осада. Да, конечно, не туда. Блин, что-то чем дальше, тем хуже убийства начались. Так, здесь сверх-вниз. Угу. Катапульта. О, может быть, пушка. Ядра, давай попробуем. Вот так попробуем. Угу. Тоже два шага. Так, минус один, и сейчас второго как? Катапульта. Может, катапульта, и он типа ниже. Блин, над этим было, которое, как сказать, первое. Бодается. Слушай, хорошо, что ша... думаешь? Да. Да, слушай, прикольно. Вот это круто просто. Эл, логика. Ну зато так про. Вот так бы всегда. Вот только не усложняйся. А то, ребят, в комментариях. Эй, это что такое? А что, трехглазый? Ты кто такой? В чем фишка? Нам за хана... кем надо будет управлять? Ох, ё. Так. Блин, ну. Так. Это плохо. А, все, сразу же. То есть всё, это тупик, должна быть то подальше, есть, да? Да. Только откуда так нажали? Все, нам сразу же тоже. Да, хана. Нам кают. Так, погоди. А, ну-ка, если так. Ему, может быть, как-то исп... вообще свалились. Погоди, вот это еще здесь. Ну это ты сейчас сразу. Вообще свалишься. Провал. Блин, как тут спастись-то сразу же. Стой. Так, вот он опускает где-то. Она никак больше не двигается. Рычагом. Блин, это вот. Слушай, нужно как-то, чтобы у него рычаг. Может быть, что-то он должен был нажать. Может, а мы постоим, оно идея. Поднимет? Он, видишь, когда Оба. На рычаг жмет, следующая штука опускается. И, возможно, вот здесь, наоборот, стой, поднимется. А мы здесь повис... А нет. Блин, ты и как оба. В чем дел? И нам... О, смотри, здесь рычага нет, правильно? Ну, смотри. Он упадет. Стой, ну просто. А, во. Нет. Во. О, капец. Лестница. И вот смотри, дальше он должен... О, капец. Ё-моё, здесь застряли. Жесть. По полной, но прошли. Я уж думал, отсюда мы... это что? Это... За существо. Капец, это скрестили. Мы сейчас ему, прикинь, будем менять. Ну, кто самый милый? Ну, явно не пёс. Барашек, может быть? Он ну, да, давай. Блин, а туловище капец. Влияет вообще? Может, мы должны через внутренность? Смотри, хит нас, типа, выпульнет, как бы, ага. Может быть, наверх. Ну, давай, стой, попробуем. Понятно. Так. Это башка не самая лучшая. Что нас проглотит? Может кто-то он проглотит и выплюнет. Угу. Орел. Ну. И что дальше-то вот? Заяц. Ну погоди, надо первую голову узнать. О, так мы полезли. Блин, мы в дырку упали, хана нам. Понятно, дырка не вариант. Так, ну хотя бы так. Методом тыка и проб. Так. Ну, здесь-то все здесь нормально. И вот хвост. Угу. Так, теперь осталось с хвостом разобраться. Космик. Как вот, пружина. Да. Блин, офигенно, на самом деле. Кстати, что что-то таким... даже не так противно выглядит. Ну, согласен. Вообще, отлично прошли все, замечательно. О-о-о. Ага. Понятно. Офигеть, офигеть. Вверх, это точно смерть. Вниз, вверх, вверх. Ё-моё. Ну, пока сейчас вот попробуем. Нормально. Давай запустим, что? Посмотрим. Вниз, вверх. А, он отбился. Он должен другую сторону, значит. Вот здесь вниз. Здесь вот он, вот здесь он умрет. Погоди. Ну ладно, тем не менее, сейчас смотрите. Сейчас проверим начало. А, они поменяли мере. Здесь. Вот тут. Вот, не вот совсем. Здесь. Давай вот здесь поменяем местами. Как вариант. Так. А, здесь не поменялся. Здесь сразу же вниз. Должен. Вверх-вниз. Все.
Молодец. Фу, казалось бы, сложный вроде... Ну, может, не показалось, что сложный. Опенбол. Ну, давно не было такого. Угу. Замечательно. Так, отлично. То есть нам нужно еще раз. Ладно, давай одну поменяем. Эй, а почему не бьет? А почему не жмется? Как они должны? Он просто скатился. Стой. Странно. Вот это может что даст? Ага. Вот эти, короче, он не, как бы не должен не играет. Вообще туда попасть. Блин, вообще жестко. О, картинка. Фотку. Да, а почему, кстати, может как-то можно играть? Блин. Вдруг можно? Или нет? Мне кажется, что нет. О, картинка же есть. Ну смотри, а вот это, кстати, неплохая ситуация. Блин, он нет. почти докатился. Давай попробуем. Вот, да. Думаешь? Давай попробуем такую. Ай, блин. Ой, ну кстати, ну тоже не... Вот. Блин. Не ну подходит. Прям так близко. Ну это тоже пробовал. Не, ничего не подходит. Вот здесь давай попробуем. Центр сменить. Что-то другое, да. Может, тут наверх здесь? Так. Так, ну вот это близко к тому. Правую, да. Попробуем. Есть! Вот. Отлично. Что это? Это же самое издевательство. Жесть, еще сверху какая-то штука Кнопка. Странная. То есть оно сменилось. Мы, короче, ждем просто вот нашей смерти. Да. Чуть-чуть понятно, то есть мы чуть-чуть не допрыгнули. Ну не игра. Ты что? Ну это убийство человека. Так, ну тут мы точно тоже ну, погоди, он... Так долго еще ждать результата, но это мучение. Ну, видишь, мы сейчас попадем, и это да, вниз, даже как я и говорю. Слушай, ну она должна... Пружину, может, где-то. Это назад вообще откатит. А хотя... Стой. Вот это, а вот это сюда. Да, только начало-то, смотри, какое. А, блин. Начало сразу же труп. Так, погоди. Бум-бум-бум-бум. Вот... Даже интересно, что может произойти здесь. А, понятно, почему вам в ту просто. Сторону. Ну, типа по инерции в ту сторону. А если вот эту сюда? И что он будет с ней нет, делать? Нет, вот сюда. И что? Ну, типа на нее. И? Отскочу. Портал-то тут. Понимаешь? Портал тут. Он как бы должен докатиться до конца, нажать кнопку. Стой. А вот еще это... сверху кнопка Погоди, есть. Может нужна. Ну, это понятно. Оно просто меняет положение, смотри. И мне просто интересно, может, он с пружины сразу же долетит в портал? Ну, нет. Близко, согласись, было. Я надеялся до последнего, что вот это сработает. Вот это еще меня смущает, сверху кнопка. Нужна она или нет вообще? Типа два раза нажать. Ну, ты как добраться туда тут должен? Нашелся вариант, буквально два раза тыркнули. Но это как... Возможно. Возможно. Так. Вариант. Сейчас поменяется в какую-то. Да, сторону? Сейчас все правильно. Пружина. Да, точно, это верно. Фух. Методом тыка иногда помогает. Ясно, короче. Ой, а я люблю. Еще местами. Я тоже обожаю. Прям так нравится. Ну нет, наверное, он должен по. Понятно. Ну нет, по ровной, как бы. Линии ниже. По ровной это что у нас? Ну, в том смысле, что прямо, типа. Либо вот так, реально. Только она... Слушай, так, некоторые миссии прям щелк-щелк. Я говорю, я люблю такие и готово. Штуки. Так. Кнопки снизу ну, понятно. Видно. Ого, это кто там? О, прикольно. Как скрабеи. О, фотографии. Надо, да, в другую пипец, сторону. Ну зачем? Вот еще с этими... Все, кирдык кому-то. Жестко, что... Ой... Ой... Ну, смотри, дело в том, что поднимается чтобы взять вверх. Как бы вот эту штуку, надо, чтобы она была справа. Ништяк. Так, а если сразу же вверх убежим? Вот так попробовать. Mm-hmm. Ну, он сейчас в следующую дверь. Он наверх. Да. Перед собой, наверное. Фотографии у нас. Ну, тупик. Но зато фотографии у нас. Теперь можно не париться по этому. Так, сейчас будем экспериментировать. С помощью перемещений. Не так, так просто это сделать. Сейчас он здесь вниз. А, он. Ну, я не все, знаю, может тупик. Он направо бежит, да, по да, умолчанию. Да, он всегда направо.
О, походу, да? Да, yes. Вообще, кстати, вот опять же, что-то тыкали. Ой, даже сыграем. Так... Ой, со смертью. Так, понятно, то есть если у нас выпадет 3 икса, то смерть. А так? Прикольно, мы создаем чудовищ. Нормально. Мне даже интересно, какие варианты. Это что? Надо так подстроить, запомнить. Чтобы семерки были. Да, потом слушай, семерки. А там был же огонь. Что там был? Скелет? Лошадь, огонь? Да. Ну, ради интереса. А что это будет? Мне просто... Серьезно, блин, это офигенно! Игра! То есть все вместе совпало. Просто на бум что-то там накидать, допустим. Так. Кто получится? С семеркой. А, он просто... То есть одна семерка есть. Камень. Так, да. Она, надеюсь, семерка должна быть? Да. Две семерки. А что сейчас было? Просто скелет. А, машина, тачка, она да. Остается. Блин, а я так хотел клоуна посмотреть. Давай, может быть... Может, клоун попадется, нет? Гоблин. Так. Надо же здорово. Всех посмотреть. Не зря художники рисовали. Ну, вряд ли что-то. Семерку мы видели, там скелет, по-моему, тут что-то. Да, скелет, да, все да, правильно. Да. У нас остался только еще демон, да, по-моему, да. Мы пробовали. Так. О, клоун! Блин, о, прикинь, здорово. Клоун ему достанется еще самолет. Ну, в принципе. Гоблина надо. Гоблина, выбрать. Да, скорее всего. Некоторые миссии прям простые, если честно. Да. Ну, как вот это, допустим. Просто нужно запомнить и методом тыка, так сказать, ну, пройти. Ну, здесь, вот здесь, там еще... Ого, ну не, ребят, вы видали? Это реально адские приключения. Вон, я вижу рыбу, то есть нам надо ого, будет скормить. Блин. Фоточка. Фото. Угу, вижу. Ой, ладно, хоть не крутить. Нам нужно, Миш, а если так? Попытаться еще потом фотку взять. Я понял. То есть, да, как раз, чтобы он вниз спустился. Блин, эй, не покормил. Как так-то, чтобы вот он сейчас. Вот, кстати. Да. Так, надо под ним, чтобы он прошел. Угу. Это лестница вниз должна быть. Да, да. Только зачем ведро? Вот как он будет себя вести? Так. С ведром и лестницей. Блин, правда, нас акула. Стой, там сожрет он просто сейчас. Это акуле нужна рыба. Походу, что да. Угу. То есть смотри. Спускаемся. Вот здесь вот провал сделал. Нет, а если ты сейчас спустишься, она просто тебя сожрет. Тут же? Конечно. То есть акуле рыбу надо. А как я эту рыбу дам? Может, сначала рыбу? Стой, ща. Нет, видишь? А, типа он вылезти может, смотри. Этой лестницей спуститься, да. И вылезти. А вот здесь он в эту дырку-то прыгает, что-то я нет, не запомню. Что он делает с ней вообще? А, он просто ее перепрыгивает, она вообще как не преграда. Вот тут он может взять рыбу и спуститься. Да. Может, он спустится? Просто ради интереса. Да, но он сейчас опять поднимется. Просто вообще опускает. Короче, рыба должна быть первая, потом идет пропасть. Так и чё? Может, он сейчас кинет ее. О, отлично, вот. Я молодец. Сейчас круто. Перепрыгнет. Только надо было. Ну, надо было, да. Сначала... Вот эту лестницу, мне кажется, вот только это выход. А как взять. Так вот, как раз вот это должна быть самая последняя. Ну, типа, чтобы он взял эту. Да. Ну, давай попробуем. Нам нужна просто фотография, а потом поменяем местами. Да, потом уже будем до конца проходить. Все. Жрать пошла. Так, давай. Ух, вот ё, опасно было. Ну, естественно, он не сможет фоточку. Выбраться. И чем все закончится? Всё. Ну, опять типа. Покушала. Так, ну, все, теперь фотку, вот так. Фотку забрали. Ой, не. Вот так. Да. Ужас какой-то творится. Ну, вот это тоже довольно простое. Ну да, согласен. Ну, вот мне нравится, что они не заходят уж совсем мощный загиб, когда там уже... Как вот шпион, вы помните? Да. Там да. Под конец... Ну, хотя знаешь, может быть, ну, кому как. К концу игры будет уже вообще нет, трэш. То, что они и так делают, и попроще расслабиться. Ой, трубы. Капец. О, жемчужина. Нам всё, хана. Всё, да, кирдык. Ну, блин, что же ты творишь? То есть нам нужно сделать так, чтобы он выпал, как бы... Вот здесь, как сказать... На предпоследнем уровне. Так, типа. Хорошо, сейчас посмотрим, что здесь можно сделать. Вот так может? так он... А, нет, он попадет к ней. То есть надо, чтобы вниз не вела вот эта труба.
Ага, она должна где-то посередине вести. Как бы да, что-то такое. Есть вот такое, что ведет сюда. Вот, 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 вот. Снизу вверх, типа, он должен? Как бы да. Угу. То есть это должна вот сюда, вот в средний уровень вести. Но здесь по логике можно. Она не вот подходит. И ничего. Фотка, кстати, тут есть. Погоди. Не, это все круто. А как в средний уровень-то... Ладно, давай фотку возьмем сначала. Фотку, я думаю, так просто будет попасть, взять. Сейчас. Вот он, стой, было. Вот. А фотка-то на втором... И фотку... Она на втором уровне. Нам нужно на один шаг. Хотя вот. Он потом вверх должен залезть, да, правильно? Да, 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 и возьмет да, да, фотографию. Ага, все, фотка наша. Коллекционеры. И новая смерть. Так, вот это правильно было. Стой, вот. Может и быть... Вот... Да так... вот это верное. Вот, погоди. Вот это, вот, все, не да, трогай. Да, это не трогай, как бы. Нырнуть он так, так должен. Получается, он должен... Все правильно было, верни назад. Вот, давай. А, все, все, ага. Ну, здесь, кстати, логически легко можно догадаться, куда чего. Все, видишь? И на выход. Прощай! Если она, конечно, какой-нибудь... Да нет, ну все. Это логично. Ну, кстати... Ух ты, какой-то медвежонок. Кстати, в предыдущей карте... Ну, он вам живой остался. Так, мы здесь проваливаемся, да. Так, и вон видно, может, что он будет снизу плыть? Димка, смотри, как бы. Да, но только она, мы ее, об нее ударились. Стой, а может здесь быстрее мы прокатимся? Блин, ну что? А если с самого начала? Что с самого начала? Ну, как бы мы такие... А, нет, мы долго проваливаемся. А, льдинка... Льдинка должна, наверное... Слушай, здесь на вот еще такая может... есть. А, блин. Ну вот может вот, слушай, льдина... Ну мы быстро, кстати, мы быстрее, чем льдинка. А вот этот шланг что дает? Ну, его, не... наверное. Нас убьют за это. Точно. Ну, за что? Слушай, а может, может реально может быть, чтобы мы, типа, он попал отвлекли на льдинку. Он. Вот если он на льдинке приплывет... А-а-а. Мы же быстрее нам... Как бы тут а так... самый первый сделать эту вот кишку? Трюгу, да. А, вот, кстати. И все. Блин, ну мы правда это... Мы просто труп. Как тут интересно этот еще? Не, льдинка должна плыть. Может, вот так должно быть? И что, он... Ну это вообще блин, жизнь какая-то. И может, все. Сейчас... Стой, а мы такие... А вот это смотри. Блин, что ж ты творишь? Смотри, если мы один, она не падает. Да. Понимаешь, то есть мы должны как-то вот его... От него избавиться. Стой, сейчас. А, может быть, вот, погоди, кстати... вот это первое, возможно. От него избавиться. А мне кажется, вот эта штука должна быть, вот может, большой айсберг, вот здесь должна быть, может быть. Хорошо, допустим. И вот так, нет? Давай попробуем. Давай... Есть. Это мы пройдем, потому что мы один. Так. Так. Вот. Отлично. Отлично. Ну все, помоги нам. Видал? Ава. Гениально. Вот и друга еще нашли нам. Ой-ой. Понятно. Ясно. Да, ну и чудеса здесь, конечно. Надо еще все проверить, вдруг где-нибудь будут фотки. Да фоток вроде не вижу. Так, этот нормальный, вот этот это не нет, очень. Это что? Может, реально кто-нибудь разденется? Ага. Кому чего? О, вот желешка подходит. Но сок нет. Да, сок. Ну, хотя бы не смертельный приговор. Так, а может быть даже, кстати, реально? А тут пусто. Куда вот он? Это хамелеон. О, смотри, он работает. Прикольно. Это что? Не, я просто посмотреть хочу. То есть просто все тупик, как бы. И как у... А жижа-мажижа. Что за куча какашек? Либо, знаешь, чего? Мне просто тоже интересно. Это рыба, рыба вот эта была только фуга. Что. Да, она раздуется. И шипами быть... нас. О, давай! Вот. Угу. Красавцы какие. Все в порядке. Ой-ой-ой. Как будто это... компьютерная игра. Не как будто на Cuphead отсылка. Понятно, что-то у нас... С банан. Чем-то связано. Так, ну креветка не подходит. Самая первая креветка, это точно.
Стой, а как это влияет? Каким образом? Скорее всего, Миш, как с этим? Должна какая-то комбинация, типа, выпасть. Может, овощи? Или что? Нет, здесь стейк. Тут, смотри, логика есть. Есть овощи, фрукты. Есть... Сейчас, краб, я не знаю уж почему. Ну, давай есть попробуем. В людях что-то. В людях ничего не отличается, да? Да. Ну, смотри, есть сосиска. Есть мясо. Есть вот такое Можно. Мясо. Ну, здесь только креветка. Допустим, но я не баклажан. Знаю, как... Думаешь... Ну, это все, что в еду приготовить так, можно. И тыква. Допустим. Почему? Ну, типа, мясо с мне овощами. Этот сетап не ясен. Я попробую, как бы это ни звучало, все это из живого сделано. Делается. Ну, сосиска уже давно не живет. Если она вообще. Смотри, банан. Все это фрукт. 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 Опа! Я правильную цепочку логическую вроде как подобрал, и получилось. Ух ты, по сути, они все были одинаково относящиеся к фруктам. Так вот, а я всех и говорю, остальных... а все остальные вот реально краб к чему-то там. Так. Ну, первый правильно. Да? А что было первый? Так первый с грибочком вот был. Вот этот? Да. Угу. Так, смотри, а если... Просто иначе... А если мы к нему спустимся, что этот будет? Этот нас сейчас сожрет. Думаешь? Да, он ругается. Ну, а слушай, а больше никак... А вот этот тоже отругает нас. Да. А, нет, не знаю. Ну, мало ли. Девочка. Еще хуже. Я их отличила. Так. Хотя, может быть, действительно не вариант кто-то этот. Из них. Стой, сейчас тут он что делает? Спускай. Он все равно потом погоди, спустится. Погоди, погоди, потом поднимется. А, типа, хочешь сказать, на грибочек? Стой, погоди, может, он бы... Вот так, стой, вот реально. Ну. И вот этот... Может, что? Тоже туда... Надо, чтобы как? Он еще наверх Погоди, забрался. Ладно. Нет, не торопимся. И он тоже не торопится. Да, он через один. Вроде как все прикинули. Должно быть все сработать, хорошо. Если, конечно, он допрыгнет. Но это не точно. Должен допрыгнуть. Мне так кажется. Вот, отлично. Так, давай, е, все. Перфекто. Эврика. Ого. О, класс, Марио. Точно. Ау. Понятно. Так. А чего монетка, да, выпадает? Да. Может, монетку нужно кому-нибудь отдать? Ау. Фоточка. Миш, стой, давай так попробуем. Может, он, ну, да, допрыгнет до туда. Да, сейчас, он, видишь, куда допрыгнет. Вот это вот, значит, смени. О, реально. О. Давай так попробуем. Да, блин, он же все время сюда запрыгивает. Просто вот это значит. Слушай, неправильно. Да, ну тут труба. Труба. Так, сейчас глянем. О, так. Фоточка наша. Yes. Вот только единственное вот это вот плюется, тут бьется. Вот, смотри. Ай. Как щетка тут все проработано. А вот. Ничего мы тут не сделаем. Слушай, а может сделаем? Сейчас, погоди. Опять же то же самое. Нет, давай попробуем. Что реально? Именно? Вот где... вот эту. Так сейчас увидишь, чем все закончится. Так. Может, труба в самом начале неправильно. Че вот это вот у нас? Ага, ну, в принципе, ситуация одинаковая. Вот значит... это что? Так, это отрава. Точно не вариант. Ну, труба. Блин. Все прелести Марио вылезли. Ай, вот тут как бы может быть что-то. Нам, может... кстати, реально каким-то... Вот. Слушай, может мы сейчас... Блин, почему мы не можем сюда залезть? Стой, вот это что такое? Слушай, он назад здесь разворачивается. Ну, это, по-моему, она бесконечно здесь будет. А. То есть, ну, она сразу нас свалит. Что здесь делать? Ну, в каком-то смысле... Вот это что? Ого! Ого! Я вот просто... Нифига! На... Пальцем в небо. Я бы ни за что не догадался. Ё-моё. Это какая-то небольшая жесть. Так. Спасибо, что упал. Нам на
надо, чтобы планочка упала туда, как бы самое последнее, мне кажется. То есть вот это? Да, чтобы она типа такая перекрыла проход. Так, сейчас погоди. Нет, Миш. Перекрыла... А, или она самая последняя падала? Она... Ну, давай проверим. Я уже забыл, если честно. Слушай, может... Я думал, что она типа хоп такая и типа упадет. Нет, она стоит, она кнопку жмет. Значит, реально. Стой, погоди. То есть она нажмет, упадет. Следующий вот, видишь, идет. Да. И надо вот как-то вот понять. Че они здесь вот навалились кучей? Вон там кнопка. И есть мы не можем еще дойти. Одна. Наверное, следующий должен быть. Вот как бы. Вот так. Но пока что. Я не знаю, кто из них лишний. Он ляжет, а может мяч как-то покатится, нажмет кнопку. Нажал вот, кнопку. Да. Стой, видишь? Не до конца нажал. Следующий должна огромная булка ехать. Так. Как вариант. Сейчас потому проверим. Что-то должен кто-то сильно нажать. Вот только неизвестно, кто. Или не булка. Да, все. А дальше? Мы надо, короче, стоп. Нет? Вот так. А, вот, да, точняк. Только вот, вот. Это сюда. Все. Я думаю, что таким образом. Да, казалось, да, да, все да. гораздо сложнее, а оказалось все просто. Ну, с самого начала, видишь, правильно придумали вот эту плоскую палку туда поставить. Да, а тут он уже должен залезть уж каким-то макаром. Ну, все. Молодец, какой справился. О, о, даже в таком стиле. Надо еще разглядеть. Так, сейчас нас схватят, да, точнее. Блин, я еще тут половину не вижу. Эй, какой суровый. Спящий обезьян я вижу. Так, ну это сразу же нас. Так, что вот это с лианой сделает? Сейчас она посмотрим. Нам лиану скинет? Или что? Не, ее ну, должно что-то сподвигнуть на то, что... Может нам кто-то банан отдаст? Пипец! Мы сейчас просто... Стой. Это вот защита, да, какая-то от кого-то? А, вот от этой гигантской... Стой, она нас она сейчас испугается. Что-то... И может быть эта лиана нам кинет? Ну, не знаю, каким-то сейчас. Образом заденет. Так. Не, она просто ее шлепнула. Ну, кстати, мысля-то здравая. А дальше помню. Что? Может, вот эти макаки сейчас нас схватят? И мы может, они портал. Испугаются. Сейчас, ну-ка, давайте, хватайте нас. Не дотягиваемся, не дотягиваемся. Нам нужен банан. Слушай, еще... Ну, чтобы, типа, бананом они привлечь. Нас... Как что сказать? Он делает банан вообще? Он просто сидит. Тут сидит, да? Хм... Что если мы... Ну, что тут еще вообще есть? Шлем ну, какой-то. Копье. Копье. То есть, если мы кого-то... Я не знаю, что мы тыкнем. Можем сделать. Копьем. Да, слушай, вот этого сейчас тыкнем. Не достаем. Ну, это понятно. Кого мы можем тыкнуть? Вот этих ребят. Ну, это очень странно, конечно, ну, будет. Да, они, мне кажется, должны нас как раз... О, смотри. Вот так. Банан. Может, мы как-то ткнуть до банана можем? Блин, как тут все не это, не просто. Шлем еще есть. Такс. Вот мы одеваем шлем. Че он даст просто? Я видела, там кто-то скидывает взял... что-то. О-о. Слушай, скидывает на какой-то где? Вот... Я только не помню, уже все переменилось. Там на какой-то из этих какой-то обезьян стоял, как будто он то ли кокос скидывал, то ли что. Значит, на другой. Попробуй вот здесь еще. Ага, я понял тебя. Вот. Во! Давай попробуем. Блин, сколько вариантов здесь. Так. Так. Ух! Вот. Ух! Ух! Вылези, вылези, вылези. Давай, давай, давай. Порой случайность какая-то, может, все. Я вообще Всё. В другом направлении думал. Ну не, я вот примерно, о, видишь, догадался. Вспомнила сюжеточка. Про этот кокос. Волки Волчат. Какие-то. Блин, такая офигенная игруха, так все круто прорисовано. Поэтому, и ребят, интересный. Поддерживайте, если хотите увидеть продолжение. И обязательно оно будет. На этом пока что все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!